Во дворце спортивного комплекса имени Гамида Гамидова проходит ежегодный турнир молодежного первенства Дагестана по вольной борьбе, посвященный заслуженным тренерам Советского Союза Арминака Карапетяна и Магомеда Рамазанова. Более 250 участников вольной борьбы в 10 весовых категориях на протяжении 3 дней будут бороться за участие в соревнованиях Северокавказского федерального округа, который пройдет в ближайшее время. Организаторами турнира по вольной борьбе являются Министерство по физической культуре и спорту, Федерация вольной борьбы в республике, а также администрация муниципального образования город Хасавюрт. Конечно, сейчас чуть адаптироваться. Ребята, многие уже, видите, не могут адаптироваться, проигрывают. Те, которые должны были даже выиграть. Почему? Потому что вес много гоняют, а восстановиться времени нету. Они вчера вечером жеребьевку берут, а утром взвешиваются и в 11 борются. Где-то 2 часа нету для восстановления, около 2 часов. И за эти 2 часа человек не может восстановить. Значит, это сделано правило для тех, кто меньше, чтобы гонять. Беречь здоровье этих ребят, чтобы раньше, когда взвешивались вечером и боролись завтра утром 10, они гоняли по 6, по 5, и некоторые даже по 8 килограмм. Естественно, это сказывалось на их здоровье. Международная федерация решила, что этим самым они сохранят здоровье детей. Но дети это не поняли пока. Некоторые много гоняют, и вот сейчас ребята не выдерживают, получают даже микротравмы, функционально не хватает, не выдерживает организм. И тем более завтра они, кто зайдет в финал и утешаться будет, проигравшие финалистам, они должны опять взвешиваться, дается только про вес 2 килограмма. Если он не взвесится, его снимают с соревнований. Уже в феврале месяце пройдет первенство СКФО, где определится состав сборной Дагестана по вольной борьбе, которым предстоит представлять Дагестан на первенстве России. По словам главного судьи соревнований Магомеда Расула Гадисова, уровень подготовки участников к соревнованиям можно оценивать как высокий. Несмотря на достойных соперников, каждый из вольников показывает хорошие результаты. С начала 2018 года в системе вольной борьбы были внесены некоторые изменения, о которых рассказал главный судья соревнований. Небольшие изменения, в принципе, произошли. То есть там, где раньше за предупреждение сопернику там, или за грубость, или за умышленное неведение борьбы наказывалось 2 баллами, сейчас 1 баллом. Ну и там чисто такие совсем уж мелкие изменения, на которые, в принципе, можно и не обращать внимания. Да, по сравнению с теми изменениями, которые последние год-два проходили, здесь незначительные изменения, и спортсмены очень так, в принципе, безболезненно на это реагируют, ничего такого там и в тактическом плане, и таких серьезных изменений не происходит. Восстановительный период значительно сокращен, спортсмены, которые гоняли вес там и 5, и 6, и 8 килограмм, конечно, у них будут значительные трудности. И уже многие переходят в другую, более высокую весовую категорию. Потому что да, 2 часа всего лишь на восстановительный период очень тяжело. Есть такого рода проблемы у спортсменов. Ну, те, кто вес не гоняет или там всего лишь 1-2 килограмма, у них больших трудностей это не вызывает. На первенстве от Хасавюрта выступят более 60 вольников с различных спортивных школ города. По мнению хасавюртовских спортивных деятелей, вольная борьба является одним из востребованных видов спорта среди молодежи. Спортивные мероприятия такого масштаба в Хасавюрте способствуют выявлению перспективных вольников, поделились организаторы. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».